Всем привет! Вы на канале Сербия Онлайн. Продолжаем серию видео про нашу красавицу. Кто уже видел, как мы ее спасали, и несколько видео, как она у нас уживается, приживается в нашем доме, как она знакомится с Марсой, как она адаптируется. Мы ее взяли с целью помыть, почистить, проглистогонить и отдать в дети. Но пробыв 2 дня, она себя зарекомендовала с первых минут очень хорошо, и мы ее решили оставить. И вот теперь продолжение. Прошел месяц, Алиса в действии. С именем, конечно, мы погорячились, назвав ее Алиса. Слишком благородно, надо было назвать ее Фимой. Или еще каким-нибудь таким озорным именем. Алиса слишком благородная для нее. Слишком много она безобразничает для Алисы. Ну а теперь смотрите, как мы живем. Алиса постоянно находит себе какое-то новое развлечение. Вот сейчас она себе нашла гамак из сачка рыбацкого. Несмотря на то, что ей подарили домик, кроватка у нее есть. Вот, она уже 2-й день спит в сачке. Как вы думаете, это кошка или рыбешка? Короче, скучать нам эта девочка не дает. Постоянно какие-нибудь шоу устраивает. Постоянно нас веселит. Ношение масок не отменяли. Алиса! Алиса, ты где раздобыла? Алиса! Алиса нашла где-то маску. Примеряй теперь. Чего ты боишься? Чего ты убегаешь? Масочный режим коснулся всех. И люди, и звери теперь в масках. Да, Алиса, надо научиться еще ее носить правильно, чтобы не задохнуться. Вот в такую гадость нас всех обредили. Чудо ты наше. Поносил сам, дай поносить другому. Марса так внимательно смотрит. А мне маску. Сейчас подерутся. Нет, Марса ушла. Марса знает, что они неудобные. Вот. Теперь такая у нас веселуха с этой девочкой. Каждый день какое-нибудь шоу. О, фантик лежит. Как это я пропустила? А вот такое у нас доброе утро. Алиса. Алиса, что за обнимушки? Алиса. Смотри сюда. Алиса. Это кто сделал? Подумаешь, поиграл ребенок маленький. Это лук, а не мячики для игр, Алиса. Извиняться идешь? Кормить тебя сегодня никто не будет. За что это? И намуркивает, намуркивает. Сделал дело, гуляй смело. Алиса, кто такой бессовестный, а? От любви до ненависти один шаг и обратно в том же направлении. Нет, обратно еще короче. Так, так. Алиса почему-то смирная сейчас. Марса не может смириться с ее запахом, дурно пахнет, но постоянно пытается ее отмыть. Воспитательный процесс начался. Замерли.
Марса, что не так? Что не так тебе, Марса? Что не нравится? Лежит, воняет. Почему-то... Дурно пахнет? Не умываха? Давай, вставай. Давай, вставай, поиграем, говорит. Вылезать можно только пока Алиса спит. Алиса, ты не намерена общаться с Марсой? Алиса. Нахрена такое общение? Обычно все наоборот. Алиса горбом и сама задирается. Переела сегодня, встать не может. Прошел месяц, обжорство не прекращается. Один день был, когда она от миски отошла, и в миске осталось мясо. Но ненадолго, минут на 5. Так что-то сегодня дружба не вяжется. Ну вот, все вроде завязывается. Сегодня почему-то лежа дерутся. Лень встать, объелись? Это не драки. Сегодня драки обнимушки. Дурили всю ночь. Алиса так быстро растет, она обгоняет уже Марсу. Я так понимаю, что кошка будет раза, наверное, в 1,5-2 крупнее. Лисенок. А, лисенок. О, как наелась. Даже шевелится лень, да? И одной, и второй. Заказ принят. Отмывай заморашку. Убери руки с моего пульса. Бои без правил начинаются. Так, так, ногой ее, ногой. Самое интересное, что это в полной тишине происходит. Да, главное, ни одного звука. Бесшумные бои какие-то. Зрители в студию, аплодисменты, давайте, поддержку. Что, Алиса, на тебя испачкала? Облизала твои ноги? В общем, Алиса, девчонка у нас не промах. В обиду себя не даст. Свое возьмет. Тарелки опустошит и свои, и чужие. И пошалить успеет. Марса, конечно, смирилась со своей участью, но первое время было очень тяжело. Очень была агрессивная. В отместку сожрала мне драцену, пришлось ее обстричь. Теперь драцены фактически нет, один столбик торчит. Пока сожрала эту драцену, отравилась от драцены, спасали неделю. Так что Алиса нам далась нелегкой кровью. Для Марсы, во всяком случае.
Марса, что с тобой происходит? Что за агрессия? Нервы. У тебя нервы? Как будто первый раз опять Алису увидела. Нервы, да, Марса? Притащили в дом какую-то канарейку, которая заняла любовь хозяев, пространство все свободное. Уйди с моей чесалки. Глаза б тебя не видели. Не подходи. Маленькая разбойница из-под тишка. Вот так Алиса у нас осваивается. Уже освоилась, можно сказать. Полноценная хозяйка. Что хочу, то ворочу. Несмотря на то, что она еще маленькая, мелкая, в обиду себя не дает, сама задирается. Что называется, если ты здесь старшая, не значит, что ты здесь главная. Расслабься. Порыкивается сейчас маленькая. Эх, еще бы этажа 2-3, чтобы было вам где попрыгать. Все, Марса победила, отбила, отбила свою чесалку. Дорогие зрители, спасибо за внимание. Если вам нравится видео с нашим участием, пишите комментарии, ставьте лайки. И будем снимать новые видео. На сегодня все, всем пока, до новых встреч.